Французский композитор Дариус Мийо, мастер броской, яркой музыки Франции начала 20 века. Композитор долго сотрудничал с драматургом Полем Клоделем. И когда того назначили послом Франции в Бразилии, он незамедлительно отправился в совместное путешествие. И свое восхищение яркостью красок тропической природы он воплотил в произведение, которое мы услышим прямо сейчас. Дариус Мийо, бразильера из сюиты «Скоробуш», исполняет Клейнберг Модл, скрипка, преподаватель Федосеев Елена Александровна, концертмейстер Филонов Александр Георгиевич.